Ну вот глава нацполиции получил за май надбавок больше 64 тысяч гривен за особые условия работы. Таковы данные одного из интернет-изданий. Журналисты подсчитали, что всего в прошлом месяце Сергей Князев заработал более 104 тысяч гривен. 40 тысяч оклад, остальное доплата за стаж, работу эксперта по вопросам тайн, за кандидатскую степень и специфические условия службы. А сегодня Князев был в командировке, представлял в Ривно нового главу областной полиции. Им стал Валерий Самчук, который до сих пор возглавлял штаб по борьбе с нелегальной добычей янтаря. Его предшественник Валерий Присяжнюк руководил Ривненской полицией всего полгода. А теперь переведем в столичный главк. На церемонии представления нового начальника были нардепы из Народного фронта и Радикальной партии. Но Сергей Князев категорически отрицает, что на его решение влияли политики. Кто на меня может давить, скажите? Мне даже не интересно, кто мне что-то тут шептать начнет, записочки передавать, звонить по телефону, совать своего кандидата. Это бред в прошлом.